Государств испытывают небывалое давление, в первую очередь информационное. Немногие сохраняют мужество, демонстрируют волю и характер. Среди таких – президент нашей страны. За Белоруссию сейчас следят во всем мире и завидуют. Видят, что в мире есть лидер, которого не ломает невиданная информационная буря. Пришло время доказать, что Беларусь не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка. Впереди юбилей Победы. Встретим его достойно. Гнем свою линию.